Сегодня на озере Шойкер начался демонтаж винтовых свай. Ограждение планировалось для будущего глэмпинга. Ранее мы уже сообщали, что жители Верхней Максаковки, что под Сыктывкаром, выступили против строительства зоны отдыха на берегу озера. Неделю назад местный актив встречался с представителями столичной администрации и арендатором участка. Тогда предприниматель пообещал, что пересмотрит проект и доступ к озеру будет сохранен. Мы сегодня с вами наблюдаем процесс демонтажа тех столбов, которые мы договорились с предпринимателем, должны демонтировать, поскольку в данном случае проект остановлен. Поскольку есть вопросы у различных органов контролирующих, есть вопросы у нас, поэтому мы находимся в стадии диалога. На сегодняшний момент проект остановлен. Напомним, компания «Керка» в декабре прошлого года через аукцион взяла в аренду участок у озера сроком на 25 лет без права выкупа и возведения на нем объектов капитального строительства. На арендованном участке организация планировала обустроить глэмпинг, построить модульные домики для отдыха. Мы запустили проект работы в декабре. Он встретил определенное сопротивление и непонимание среди местного жителя. Мы начали активно работать с ним, то есть неделю тому назад мы провели встречу с общественным советом, далее мы провели встречи с местными жителями. И, в общем, мы собрали обратную связь, получили массу предложений, идей, вопросов, которые требуют, с одной стороны, каких-то компромиссных решений, да, балансировки проекта, и чтобы люди видели, что мы слышим их. Первоначально планировалось возвести ограждение с трех сторон глэмпинга, оставив четвертую со стороны водоема свободной для прохода и посещения. Но с учетом мнения жителей поселка планы скорректированы. Теперь возведут только одно ограждение из дерева, чтобы снизить шум от автомобилей. Территория останется доступной для посещения. Все права местных жителей на свободный доступ к водному объекту будут сохранены. Кроме того, при обустройстве глэмпинга будет создано 10 новых рабочих мест.